Здорово, ребятки, здорово! Мы продолжаем рубить в эту игрушку Sword and Souls. И, как я уже обещал, мы с вами стартуем с этого места. Прокачаем сейчас нашего героя. Давайте прокачаем ему. Я думаю, надо ему прокачивать стан очень хорошо, потому что стан помогает сильно. Вампирку прокачать на максимум, это очень важный скилл. И, как видите, у нас 690 поинтов. Я вот даже не знаю, что сложнее. Наверное, меткость сложнее. Или даже нет, не меткость. Меткость мы всегда наработаем. Вот сложнее всего это атака. Я предлагаю все, наверное, вкачать в атаку. Возможно, я не прав. Возможно, я делаю неправильно. То есть, что это, вот это неправильный поступок. Но я хочу именно так. Так, просто 100, я прям не могу. Гляньте, сколько денег нам вообще, то есть будет сейчас сыпать. Нам просто сейчас будет безумно много бабок падать. И это круто. Банкир этот дед, он мне нравится. Он четкий парень. Гриб тоже такой неплохой. Постоянно подкидывают нам плюхи какие-то. Так, у нас есть бабки. Я думаю, обновы покупать мы успеем всегда. Вот дом построить. Посадить дерево надо. Во, ну куст. Куст за дерево тоже сойдет. Так, так, теперь, можем еще героя нашего подкачать. Давайте все-таки опять в атаку. Еще талант есть. Вот этот талант дает рандомный стан. Он тоже, кстати, важен, поэтому его надо качать. Вот это не знаю точно что. Ну ладно, это ерунда. Давайте опять отправляемся в тренировочный зал. Так как у нас очень хорошо прокачана атака, нам надо сейчас сильно в блок уходить. Ну как сильно, то есть хорошо уходить в блок. Я думаю, надо стараться, даже не знаю, как надо стараться, но в этой комнате будем сидеть долго. Я предлагаю где-то до сатена сидеть, может быть, да даже не знаю. Мы посмотрим, как пойдет вообще. Но надо, нам надо защиту повышать очень хорошо, как бы стараться. Так, пока ни одной звезды. Так, взяли 38, мы с вами взяли. Отлично. Уго, уго, нифига себе, люди. Вот это заходит, заходит у нас. Яблоки летят прям безумно быстро. До этого такого не было. А, уже 72, офигеть. Понятное дело, что так быстро. Мы же с вами звезд понахопались, а целую кучу, поэтому нам сразу хардкор уровень. Супер хардкор. Просирать ни в коем случае нельзя. Ибо мы с вами уже тут профессионалы, можно сказать. Саракет уже заработали, еще за квест. Так, 139 у нас. Я предлагаю, мы в прошлый раз набрали 200. Если прям мы вообще настолько короли, зайти еще дальше. Я не знаю, насколько будет самый высокий рекорд. Конечно, его бы хотелось бы не просто так получить, а плюс еще и забрать, то есть вынести его с этой комнаты. Но, то есть, давайте будем как бы и оптимистами, и реалистами. Это сделать довольно-таки трудно. Если бы можно было бы на эскейс выходить, тогда да. А так, ух ты, вот это да. После 200 так вообще что-то трудно. Пошло очень трудно. Но мы справились, мы... О, обидно. Вот, серьезно, это было обидно, реально. Ну ладно. Сейчас надо подобрать 6 звезд. Блин, конечно, да. Но 200 мы с вами сейчас опять наберем. Это быстренько будет. И надо, наверное, обновлять наш этот, да? Тренировочный зал, как считаете? Потому что что-то мы с вами как бомжи. Надо этот ковер менять, паутину с угла убрать, окно поставить нормально, а то мы реально как бомжики. Так, что-то я... Вот я разговариваю, я перестаю сосредотачиваться. Так, Герман, все, давай, надо собраться. Что это я тут лажаю перед своими подписчиками? Надо четко играть. Надо этот квест на 6 звезд сделать. Он же вообще пустяковый. А то я тут за паутину, за ковры тут. Еще бы Тимати вспомнил. Баклажан песню.
Текс или там Тур де Вер де Форте, или как-то так он там поет. Ага, затащили, затащили. Опять что ли на 6 звезд квест? Нет. Походу на бонус, на X. О, да, да, звезды, звезды, у меня звездная болезнь. Я просто хочу все звезды, все, чтобы были все звезды моими. 105. 105 на изи, парни. 105 на изи. Сейчас заберем квест. Забрали квест на изи. Вот так вот действуют настоящие мужики. Просто на изи. Так, опять. Опять какая-то фигня. Когда начинаешь отвлекаться от своего персонажа, ты пропускаешь яблоки. 200, я думаю, надо ливать после того, как возьмем 200. Чует мое сердце, тут начинается жара опять. Не хочу жары. Тяжко, тяжко, тяжко. Да, други, мы с вами вывезем этот кипиш. Сэр, я Колумба, этот кипиш мы не вывезем. Кто смотрел Каху, тот меня понял. Один, наверное, единственный момент такой более-менее нормальный за всю историю сериала. Ух, нифига себе, заходит как. Опасно, опасно. 268. Неужели до 300 дойдем? Если когда мы перевалим за 300, интересно, сколько тогда яблок будет? Наверное, меня так засыпет, я даже выйти не успею. Обидно будет очень сильно. Пофиг, отбиваемся вообще. 311, друзья, 311. Блин, перевалили рубеж. Надо как-то выйти успеть. Черт, черт. Даже не знаю, как успеть выйти, если честно. Потею, потею, жестко. Успели? Я не знаю, успели мы или нет. 540, мы просто 540 сорвали. Офигеть, гляньте, у нас все золотое. Просто полностью все. Вот это да. На блоке мы с вами поднялись, как, не знаю, блок это наш, это просто самое лучшее, наверное, что только есть. Так, давайте выйдем к персу и посмотрим, что по блоку у нас. 1500 по блоку. Предлагаю еще немного подкачать блок, ибо не хочется, так сказать, именно очки за левел вкидывать в блок. Потому что блок действительно качается легко. Если будем за левел качать блок, это будет как-то неправильно. Лучше за левел мы вкачаем лишний раз атаку. А блок мы всегда сможем прокачать. Если мы набрали, ну, сколько, 350, чи сколько мы там набрали, надо посмотреть. А всего 500 с чем-то. Плюс КВ и все это такое. Поэтому я считаю, что блок не стоит как бы. Овчинка выделки не стоит, как-то так, по-моему. Опять звезды, что ли, надо собирать? Или что? Да. Надо собирать звезды. И когда мы одну отбиваем, сразу квест отменяется. Офигеть. Почему хардкорные такие задания начинают идти на блоки? Яблоки, наверное, лучше пропустить, чем звезды. Но мы справились. Мы не то и не то не пропустили. Или не справились мы. Нет, мы не справились. Мы все-таки, наверное, последнюю звезду отбили с вами. Обидно. Но ничего. А, нифига. Мы стоим еще. Черт. 160. Ах, ах, ах. Блин, звездная болезнь, она наказуема очень сильно наказуема. Есть, есть. Еще какой-то квест выполнили. Хрен знает какой, но какой-то выполнили. 209. Заходит хорошо. Очень хорошо. А сейчас-то за чё? За чё квест дают? За звезды? Это просто эпик, друзья. Поиграйте в эту игру, я вам отвечаю. Вот именно вот, вот хотя бы на щит, на, чисто ради щитка зайдите поиграть. Вы поймете, насколько это эпично.
Это просто эпично. 285. Я в шоке просто. Тогда у нас 300 с чем-то было. Жесть. Просто жесть. До 500 дойдем. Как думаете, лютить? Вот лютить настолько, чтобы до 500 стараться дойти. Я даже не знаю. Я и так в этой серии просто постоянно тренюсь. Вы, наверное, обидитесь на меня, что я очень сильно тренируюсь постоянно, но этот момент был очень эпичный, очень эпичный. Да, мы все-таки вывезли. До 400 доходим. Нет, друзья, сейчас я выхожу. Все, выходим. 450 еще забрали, плюс левел. Что, 2? Ну, почти 2. Отлично, по красоте забрали. Вообще. Так, то есть у нас уже должно быть 2 косаря практически на защиту. Да. Да, 2 косаря на физуху. И еще мы, естественно, вкачаем все в атаку. Так. По максимуму прокачаем еще стан. И здесь тоже. Так, великолепно. Я думаю, вы меня простите. Так, о, у меня тут сообщение по... Так, а, ладно. Не сильно важные сообщения пришли. Так, давайте попробуем. О, забираем денежку. Подкормим наш гриб. Угу. Так. Я знаю, что конец у этой игры есть, но конец очень далеко и очень не скоро, поэтому 3000 атаки. Я думаю, надо 3000. А почему он? А, во, можно обновить, смотрите. Покупаем, немножко обновляем комнату. Честно, не знаю, зачем это нужно, но... Ой, извиняюсь. Обновляем. Еще на блоке посидеть. Даже не знаю, вам будет, наверное, неинтересно опять сидеть на блоке. Но я обещал, что я буду полностью показывать весь, то есть, путь. Поэтому будем сидеть. Но не сейчас. Так, неплохо. Фу, они тоже бьют неплохо, однако. О, станчик. Вот вампирка бы чаще прокатывала, но я думаю, теперь она будет чаще канать, потому что у нас этот последний левел. О, опять. Круто. Скиллы на них использовать как-то. Так, давай физу и стан на него. Все. Теперь его можно растаскивать. По 5000 бьем. Вообще кайф. Ну все, ему кирдык. Так, а вот дальше вот я не знаю. Хотя, в принципе, они снесли не прям что много, но дальше, возможно, мы не затащим. Но пробовать мы будем, во всяком случае. Такс. Какие-то опять гоблины с копьями. Да. Сложновастенько. Но то, что станы выпадают, это уже хорошо. Не зря мы, видите, вот кто вот играет, смотрит, то есть мои видосы, не зря мы вкачали вот эти вот именно скиллы, умения, потому что они действительно спасают. Так, вампирки у нас нету. Блин, а я фласку еще заюзал. Ну ладно. Отлично, вот лучше и быть не может, серьезно. Ну все, теперь мы его просто разрешим, я думаю. Он нас не убьет. Все, класс. В сухую просто, парни. Просто в сухую его сделали. Давайте под таким впечатлением, я даже не знаю, 10-ю что ли серию. Ой, 10-ю. Ух ты, блин, тут уже... Мне кажется, если бы он попал бы по мне... Да. Тут уже тяжко, реально. Тут мы, походу, погибнем. Хотя, если будут вот так вот катить станы, то я думаю, мы... Хотя тут, наверное, у босса хп будет, наверное, 1030. Если не прокатит моя вампирка и не отрегенит мне хп, и я не буду уворачиваться, то... То да. Походу, придется погибать. Так. Отлично. Боссу надо давать сразу стан, иначе мы умрем. Вампирочку. Так, отхилиться надо. И, естественно, двойной скилл. Угу. Не, все.
Босяра труп, я думаю. Думаю, труп. Хотя, может быть, из-за... Нет, все. Все. Чудесно, просто чудесно. Гляньте, как мы тащим с вами. Мы просто разваливаем кабинеты. Я даже не думал, дорогие друзья. Ну, я думаю, эта серия просто достойна лайка и подписка. Мы с вами закрыли 10 арен, 10 батлов. То есть, вообще, просто шикарно. У нас еще, я не помню, сколько тут строчек. Всего 5 или 6 строчек. Сколько всего батлов, 50 или 60. Но в следующей серии мы, естественно, стартанем с этого же места. Ни в коем случае никаких пауз, никаких этих. Будем прокачиваться, будем рубить, рубить, рубить. Так что всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И, естественно, естественно, играйте вместе со мной. С вами был Герман. Всем до скорых встреч и удачного настроения. Пока-пока.